Они идут и в огонь, и в воду, а если нужно будет, смогут принять роды. Эти навыки североказахстанские полицейские получили на курсах по оказанию первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях. Как это было, узнаете из сюжета пресс-службы областного департамента полиции. Офицерам СОБР не привыкать к резкой смене деятельности. Они уже упражнялись в прыжках с парашютом, проходили легко водолазную подготовку. Весной 2017-го круглосуточно помогали людям спасать имущество и скот от наводнения. Сейчас готовятся к другим нестандартным ситуациям. Принимают роды. Пока, правда, только у манекена. Данные курсы отличаются тем, что мы имеем возможность не только получить теоретические знания, но и на определенных симуляторах отработать практически те знания, навыки, умения, которые в дальнейшем нам могут пригодиться именно в той ситуации, когда это действительно будет нужно для спасения жизни, оказания помощи гражданам. Сотрудники спецподразделения в любое время суток и в любую погоду должны быть готовы к вызовам и внештатным ситуациям. Травмы, переломы, кровотечения, ожоги и обморожения. Об оказании первой помощи полицейским рассказали преподаватели медицинского колледжа и опытные врачи. Считались лекции, проводились практические занятия по неотложной помощи, то есть которые могут возникнуть в ходе несения ими как своей службы, так и в жизненных ситуациях. То есть это может быть неотложная помощь при остановке сердца, при инородных телах, при ожогах, при отравлениях, при отморожениях. Я думаю, что сотрудники после проведенных занятий смогут оказать в полном объеме и квалифицированную помощь. По окончании курсов бойцам СОБР выдали сертификаты парамедиков. Светлана Дроздецкая при содействии пресс-службы областного департамента полиции.